Так, а на Формуле я не ездил, интересно, еще здесь. Сейчас проверим. А, нет, не ездил. Ну, это нехорошо, что я тут не ездил. Давайте поедем. Мне как раз нужны звездочки. Много-много звездочек. Оп-оп-оп-оп, аккуратно. Главное не разбиться мне сейчас. Так, бензин профукали. Надеюсь, мы до следующего доедем. И все будет хорошо у нас. Ага, вот и следующий. Следующая канистрочка. Взяли, спасибо. Ух ты, ё-моё, куда я попала? Это что-то за место такое. Оп, вынырнули. Так, давайте ускоримся, где? А вот бензин, все, нормально. Переживать, волноваться мне зачем. Да, формулу мне надо прокачивать, ребята. Формула, машинка стрёмная у меня сейчас. Слабая. Опа, монетки. Здесь мы не позаработаем монетки. На формуле. Может, мы давненько здесь не ездили. А давненько еще я не ездил на автобусе и не ездил я на тракторе. Вот это точно давно. Это очень давно, конечно же. Надо будет поиграть. И тоже мешочки такие с деньгами получить. По 150 монет. Я считаю, это очень даже хорошо. Так, 1300 метров проехали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай разгонимся здесь. Так. Такой вот у меня драндулетик. Не скажешь, что это формула. А как будто драндулет, реально. Так, немножко еще. Вода, вот это вот точки тут. Под водой опасный. Давай, 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 что-то вообще движок не работает. А, слабенький, слабенький движок. Угу. О, 180 монет уже. Потом уже будет 190, наверное, давать. 200. Здесь максимальное, я уже проверял, 300. 300 дают. Это максимум. Что они могут дать. И после 300 монеток они не увеличиваются. Все, дальше я уже не проеду. Кончилось топливо. Так, ну что, продолжаем. Гоночки. Так, делаем. Ай, сальто не получилось. До конца сделать, ну ладно. Блин, ну что, разобьюсь, что ли? Нет, нормально. Прыгаем. Так, собираем. Монетки, монетки, монетки. Во, сколько монет здесь. Так, мне главное пятерочку собрать. Пятерочку. Самые жирные. Самые жирненькие монетки. Сальтушка. О, смотри, сколько еще и бензин взять. Так, ну давай, 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 еще немножко. Сальтуша. Ну, что там? Не хватает мощи. Так, ну сальто оно, в принципе, особо много денег не дают за сальто. Еще не могу выбраться отсюда, это не мое. Давай, 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 давай. Мешает мне эта штука. Так, ну давай уже доедем до финиша. Так, бонус финиша дает 50 монет. Это очень много. Достаточно таки. Ну, немало точно. Блин. Так, ладно, монетки собрали. Сколько максимум собрали, сколько собрали. Не спускаемся. Опа. Так, бензин. Давай, примотал. Примотал, говорит. Собачил его, приклеил его. Примагните. Так, ладно, давай, сальчик, сальчик, сальчик.
еще раз мы делаем сальтик. Микс. И здесь еще делаем сальтик. Ну, выбирайся. Ладно, нет, все. Так, немножко не все, конечно, собрал, ну ладно. Ничего страшного. Все, доехали, 50 монет там дополнительно даю за финиш. Так. Так, я стою по моему времени. 13 секунд, это вообще ни о чем. 13 секунд, ребята. Вы серьезно, что ли? Вот, здесь монет много. Давай, я все соберу. Это получится. О, улетели. Да, новых штанах стоит. Так, что у нас здесь по двигателю? 13, 6, 2, 6. Тут больше. Давай эту будем прокачивать, тачку. Прокачаем сцепление. Прокачаем турбо. Турбо будем два раза прокачивать. Коробку прокачаем один раз. По деталям. Так, три детали у нас стоит. Хорошо. Нормальные детали. Поехали. Так, смотри. Мы движок-то не прокачивали, да? Только максимальную скорость ускорения прокачали. Едет прям так достойно быстро. Да. А было, может быть, движок 80 тысяч, что-то, думаешь? Ну, теперь я смотрю, он быстро. Очень быстрая тачка. Сейчас мы здесь проедем. И будем участвовать в гонках, скорее всего. Опа! Да, разбились и будем участвовать в гонках. Так, команда. События. Так, сколько я тут намотал вообще? Ага. 84 километра. Так, события, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, это почему-то не играется. А, вот здесь, все, поехали. Блин, а что так? Странно. Надо обогнать его. Слушай, Кевин. Вонючий случай, смотри, я застрял. Да как я мог вообще сюда застрять здесь? Ой, она еще слабо едет. Она опять застряла, да, ну нафиг. Давай, едем. Я вообще не понял. Давайте сделаем повтор. Так, ну хорошо, идеальный старт. Так, Кевин все равно, смотри, впереди. Что ж ты будешь делать? Кевин. Ну, давай. Она не прокачанная машинка, да? Видимо, машинка не прокачанность. Я думал, тут на идеальных тачках будешь ездить. В этих соревнованиях нет. Она не идеальная. Совершенно не идеальная. Куда я поехал? Ой, да, либо трасса такая, либо это я такой водитель, либо машинка, либо все вместе. О, она не поднимается. Вообще на такой машинке я не хочу ездить. Не хочу. Поэтому давайте не будем здесь ездить.